город Калинковича, улица Никонова, 13. Не глядите на то, что некто лечит лечбу 13 несчастливой. Миновито тут живет самая счастливая семья Беларуси – Александр и Наталья Петрушко и их 6 детей. У этом году яны были пераможцами тройчи. Вясной выиграли районный этап, у початку кастрычника областный и у речи некалькі дзён тому республиканский. При этом прымаць удзел у финале вырашили только все разом, уключаючи двухгадовую Ганну. Спрогнозовать поводзіны дзіцяці у таким узросте немагчыма, але ўсё атрымалася як нельга лепш. Дзяўчынка стала сапраўднай зоркай финалу республиканского конкурса «Семья года». Она встала, как балерина пошла вперед, расставила ручки на цыпочках, подошла к краю сцены. Все, кто был с фотоаппаратом, прибежали ее фотографировать. И все, и Аня уже там ходила, делала свое дело, работала на публику. Петрушко – семья музыкальная, а тому для финала подрыхтовали две песни. Теперь они прознаются, было вельми непросто. Некоторые удельники привезли не только уластных режиссеров-постановщиков, але и целые машины декораций. Пераможцы узяли головным, доказали усім, что яны сапраўды дружная и счастливая семья. Отцовский дом. Молитвы до утра за нас с тобой, что были счастливы всегда. Костюмы, у яких пераможцы з Калінковіча выступали в финале, теперь заховываются у семьи у якости счастливых талисманов. Частку одення пошили сами, нечто допомогли вырабить профессиональные швачки. Часу для подрыхтовки до финалу вельми не хапало. Правда, некой разгубленности с этой нагоды не было. У речи яны завсёды отчувают себе одной семьей, где галоўнымі заявляются принципы добрыни, поваги и взаимодопомоги. Они основаны на библейских принципах, то есть то уважение, как отвечать на зло, как реагировать на какую-то несправедливость, или как себя вести, как проявлять уважение, как проявлять почитание. То есть оно все основывается и регулируется именно вот этими принципами, которые сегодня культивируются очень сильно в нашем обществе, говоря о христианских принципах. Но применяется ли это в семьях? Мы в своей семье с самого начала стараемся это применять и до сегодняшнего дня. У полном складе семья Петрушко собирается только раницей и увечеры. Батька працуе инструктором у физкультурно-спортивном клубе и одночасово священнослужителем у церкви. Лиза, Илья, Лида и Павел учатся у средней школе. Александра – молодой специалист у местовой музычной школе. Осеньские каникулы – махчимость побыть разом на протягу всего дня. Соправдная семья – это любовь и клопоты, турбота и радость. И еще счастье – одиное на усих. Эта семья счастливая у всех на свете, бо тут пануе згода и кахание. Растут батькам на радость кветки дети, у гэтым их семейное призвание. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» с Калинковичем.